Всем привет! Вас приветствует канал «Помощник на кухне» и с вами сегодня Маруся. Сегодня я небольшое такое видео хочу снять. Это помощь для тех, у кого есть проблемы с кожей, то есть грибковые заболевания. Также для людей, кто болеет диабетом, у них часто бывает такое, проблемы с кожей. Сама знаю, у самой то же самое. И препараты в аптеке очень дорогие, противогрибковые. Плюс они являются гормональными. Это тоже очень плохо сказывается на наше здоровье. Я тоже долго искала хороший препарат, чтобы справиться с грибком, с заболеванием стопы. Покупать дорогие препараты, которые еще и к тому же не всегда помогают, мне тоже уже надоело. И вот потом как-то случайно получилось, и это было связано с лечением моего питомца кошки. У нее было кожное заболевание. И мне врач-ветеринар вот предложил такой препарат. Он говорит, отлично справляется с грибком, с заболеванием кожи в любой стадии. Также он используется в лечебной медицине человека. Ну, то есть не только в ветеринарии, но также и люди пользуются. Он недорогой препарат, ну, не дешевый. Он примерно 240 рублей, 220 рублей стоит. Это препарат нитрофурагин. Препарат очень хороший. Сама знаю, потому что пользуюсь. Использую его чисто профилактически, так как уже лечение не провожу. У меня нет того заболевания грибкового. Я его вылечила. Нитрофурагин можно использовать как профилактику. То есть ножки смазывать, стопы. Также можно, он хорошо лечит грибковые заболевания слухового аппарата. У кого ушки бывают чешутся, это грибковое заражение. Я тоже профилактически иногда просто тампончик смачиваю и промазываю уши. Для ножек использую тампончики, смачиваю и протираю стопу ног после мытья, ну, после принятия ванны. Единственный минус у этого препарата, вот видите, он желтенький, он оставляет след на коже в виде желтого цвета. И не рекомендуется его использовать на открытых частях тела, то есть то, что может... куда может попадать лучи солнца, потому что происходит фитодерматиты. Ну, это поражение солнечных лучей кожи. Поэтому, ну, как говорится, ножки наши обычно бывают закрыты, особенно в зимний период. То есть использовать его можно. Он очень мне нравится, я много лет пользуюсь. Флакончика надолго хватает, цена у него недорогая. Во всех аптеках он продается, это чешское производство. Противопоказаний у них таких нету, потому что единственное то, что у кого компонентом есть вот аллергия или беременным, и то там беременным по особым надо с врачами разговаривать, иногда разрешают использование. Так что кому интересно, это проблема есть с кожей, вот такой препарат нитрофурагин. Еще это относится к диабетчикам, конечно, я хочу посоветовать, просто сама пользуюсь, так как диабетчики, у них склонность у кожи разная бывает. У кого-то прелость, у кого-то сухость кожи. Тоже вот я использую вот такой крем. Я не имею в виду сам крем вот этот вот. Это идет к прелости крем используется. А есть еще различные крема для диабетчиков. Это для диабетчиков создано. Диадерм называется. У него целая серия кремов различных. Также и по грибковым заболеваниям стопы для использования. Тоже очень хороший крем, тоже пользуюсь, мне нравится. Во-первых, ножки всегда, он его даже так можно использовать, как простому человеку, не обязательно диабетчику. Для рук, для лица, для тела. Серия очень хорошая, недорогие эти крема. Производитель, я вам сейчас скажу, кто это у нас, Краснодар. У них здесь идут в основном все натуральные производные, ну не вредные, короче. Ну, вещь очень хорошая. Это для диабетчиков. Кому интересно, могут посмотреть эту серию. Она в аптеках продается. Ее можно купить. Вот такой маленький совет. Небольшой для людей, у кого есть проблемы с кожей. Все, всем пока.